Московский дворец спорта в Лужниках. Финальный матч на приз газеты «Советский спорт». ЦСКА «Спартак». «Спартак» в светлой форме. Соперники оказались достойными друг друга. Счет открыли армейцы. Хоккеисты нервничают и допускают ошибки. Спартаковцы нарушают правила и наказываются штрафным броском, булитом. А Фирсов проигрывает поединок с вратарем. Темп нарастает. Кажется, игроки не знают усталости. Блестящий проход! Победитель определился лишь в четвертом дополнительном периоде. 6-4. Спартаковцы одержали заслуженную победу. Капитану команды Вячеславу Старшинову вручается приз газеты «Советский спорт».